Выбрались на канал половить на вертушечку второго номера. Чисто ориентирная окунька. Посмотрим. Выбрался просто так. Без особой цели какой-то. Просто покидаю. Будь что будет. Андрюха окунёк долбит тут. Удочку опусти вот так вот. Но мелкий такой, до 100 граммов. Там целая стая их. Андрюха. Арсений, иди смотри какой. Ну это малютка. Это маленький, ну посмотри какой. Вот даже такой маленький ловит маленькую рыбку и кушает ее, представляешь? Хищник. Хочешь его отпустить? Аккуратненько, бери в ручки. Давай. А пусть живет, правильно? Опять клевал, Андрюх. О, это хороший уже более-менее. Андрюха, это ваш уже. А зачем ведро? Мы его оглушим и все. По новым законам. По законам, да. Там же по закону нашему нельзя на кукан больше сажать. Все. Андрюха, какая была поклевка сейчас. Это, скорее всего, даже щука была, я не знаю. У меня прям вот так вот. И прям под берегом. О, у меня есть свидетель. У вас намечается жаренка, ребята. Неси папе. Папа не гордый, сам пришел, на. Ладно, у вас идет уже. Сунь палец, не ушел. Держи, держи крепко.